День чабана отпраздновали в Мангистауской области. Мероприятия, организованные акиматами Мангистауского и Бениуского районов, отметили масштабно вместе с представителями сельского хозяйства региона. Светлана Султангиреева расскажет подробнее. Сайутё стал местом для празднования Шопандар-Туи или Дня Чабана, ну и, разумеется, широким размахом. Тут были организованы юрты с угощениями, выставка сельскохозяйственной продукции, национальной одежды, состязания по борьбе, поднятию гирь, барана и быка, армрестлинг, а также аламан-байга и тай-байга. Той, агайын, кутты болсын, еңбектеріңізге сіздің ешқандай... Мангистауская область пережила немало периодов в сфере животноводства. В советское время мы развивались как колхоз и совхоз, преодолели трудности в годы независимости. Засуха, случившаяся 2-3 года назад, отразилась на наших животноводах, но вы сумели все это преодолеть. Поголовье крупного рогатого скота в регионе увеличилось почти на 2%. Это благодаря вашему упорному труду. Мы знаем, что животноводство у нас развивается с большими трудностями. Субсидии и помощь предоставляются государством, но есть еще нерешенные вопросы. Президент Касым-Жомарт Токаев высоко оценил труд крестьян и поручил повысить их статус. Сегодняшний день чабана тому подтверждение. По словам акима, основная цель возрожденного на полуострове праздника – достойно оценить труд животноводов и повысить их статус. Собственно, это уже делают. По случаю торжества специалисты отрасли были награждены знаком «Ветеран труда», «Отличник сельского хозяйства», грамотами «Курмет», а также благодарственными письмами акима области. Как сказал аким, этот праздник теперь планируется проводить чаще и уделять внимание не меньше, чем Амалу, и это приятно слышать. Ведь о нас много лет особо не говорили, хотя раньше, я помню, этот праздник отмечался с широким размахом. Наш опыт непременно нужно передавать поколениям. По итогам мероприятия победители республиканских игр и конкурсов были награждены дипломами, денежными и специальными призами. Автомобиль был подарен наезднику из Жетыбая, занявшему первое место на Аламан-Байге. Светлана Стангиреева, Фархад Чаткам, Астана Таймс, Мангистауская область.